желтый деревянник. А так сейчас будет. Этот падает. А тут нифига. Да елки-палки. Не, я пошел туда, слава богу. А то один же это. В небе у нас. Вон он куда ушел. Берет еще. Давай, умничка. Давай. Молоденькая. Горбачка. Так что тетеревятнику второму не удалось. Ну, заработали покушать. Сегодня порадовали. Красавчики наши. Да, влажность все грязная, если ливень идет постоянно. Так что, подводя итоги, орел даже нападал. Вы представляете, из-за стихии они такие голодные стали, что даже орел, получается, несколько соколов и два тетеревятника. Ну, это обычное дело для нас. Слышите, орел-то кричит. Недоволенный. И этот сокол кричал тоже, кстати. Типа, что ты лезешь? Я кричал, когда голубям помогал, он тоже возмущался. Да. Голуби еще есть вверху там. Ну, там в основном эти индийские, пакистанские. Грязные вообще все. Это можно исправить. Это можно исправить, друзья. Ух ты, ты так начал бить уже. Вот это новость.